На этот раз в культурной программе выходных дней в музее-заповеднике Горки Ленинский проходило выступление дуэта «Трибьют» с программой «Музыкальный ампир». Девушки – выпускницы Московской государственной консерватории. Почти 10 лет назад они объединились, чтобы дарить слушателям волшебные звуки классических произведений. Мы выступаем как в Москве, так и в Подмосковье, по разным замечательным площадкам в консерватории, в музеях. И программы наши базируются на разных эпохах, композиторах барокко, классицизма. В прошлом году коллектив уже выступал на этой сцене с тематической программой об Испании. А сегодня звучали произведения Бетховена, Глинки, Гумеля и других композиторов. Камерный дуэт фортепиано и альто идеально подходит для исполнения в музейном зале. Между композициями зрителям рассказывали о создании того или иного произведения. Концерт длился без малого час, но даже за этот небольшой отрезок времени сидящие в зале смогли насладиться искусной игрой музыкантов. Но мне вообще близка классическая музыка. Жалко, что здесь редко классические концерты, больше джазовых. Вот. Хотелось бы больше классических. Очень здорово. Я не первый раз посещаю концерты здесь, в Горках. Ну, такая домашняя атмосфера. И очень понравилось. Ну, опять же, для ребенка в плане развития, в плане музыки очень полезно, я считаю. Арсений Успенский собирается поступать в Центральную музыкальную школу при консерватории, а сегодня вместе с отцом он посетил концерт своего преподавателя фортепиано Софии Решетниковой. У меня к нему больше интерес появился. Мне даже предлагали саксофон, и все равно на фортепиано пришел. В это время вот как раз дети, которые интересуются музыкой, они уже становятся профессионалами, юными профессиональными музыкантами. Вот он собирается стать одним из них. Концерты классической и джазовой музыки в Горках Ленинских продолжатся. Следите за афишей на сайте музея. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.